другим российским дизайнером, Наталья Мусорина из Москвы. Она представила, кроме оригинального кресла, она еще представила очень интересную лампу. Я ее попробую сейчас вам показать. Ну, красиво, но весь секрет лампы Наташа сама расскажет нам. Дело в том, что это не обычная лампа, это умная лампа. Она управляется смартфоном и интегрирована с будильником смартфона таким образом, что она имеет функцию светового будильника. За определенное время до старта будильника она автоматически самостоятельно включается и меняет интенсивность и спектр освещения от синего через розоватый к дневному белому. То есть вы имитируете рассвет дома? Да, именно так. То есть с этой лампой можно имитировать рассвет, и мне кажется, это очень поможет людям зимой просыпаться проще. И мне кажется, это очень актуально для людей из северных стран, как даже на широте Москвы, например. Мы знаем, что в декабре солнце встает на 2-3 часа позже, чем люди обычно встают. Я согласен, это для северных стран, но это вообще для любых стран, потому что мало ли когда тебе хочется вот встать, скачать срочно или так постепенно, просыпаясь натурально, с биоритмом и прочее. Это просто здорово. Интересно. И очень интересная идея. Я надеюсь, что кто-то у вас там воспользуется и захочет приобрести. Я не знаю, вы, наверное, уже патент сделали, а не то китайцы вас не только идеи, но и все остальное, так сказать, утащат, нет? Нет, но это в процессе. Ну да, то есть я желаю вам действительно сделать это патент и желаю, что эта лампа будет продаваться не только в каких-то супер дизайнах, но в IKEA. Если вы в IKEA, значит, ваш весь мир. Все. Спасибо большое. Всего доброго.